Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие друзья, благословение вам со Святой Земли. Я, отец Спиридон Самуил, православный священник Иерусалимского патриархата, служитель храма Рождества Христова в Вифлееме, хотел бы поздравить вас с наступающим праздником Рождества Христова. Ежегодно, 7 января, на Святую Землю приезжают тысячи паломников со всего света. Тысячи и тысячи людей участвуют в богослужении. В нашем храме Рождества Христова будет совершаться праздничная божественная литургия, в которой примет участие святейший патриарх Иерусалимский Феофил. Мы получаем записки со всего православного мира. Рад сообщить вам, что благодаря сайту «Елит» вы можете передавать записки со своими именами на Святую Землю, то место, откуда начал свой земной путь, сам Господь Иисус Христос. Мы также рады, что имеем возможность помолиться за каждого из вас лично. Ваши имена будут вознесены на праздничной литургии в молитве ко Господу перед алтарем храма Рождества Христова в Вифлееме в этот великий день. Мы всегда молимся о всех вас, дорогие братья и сестры, помощи Божией во всех ваших делах. Любовью, отец Спиридон. Аминь.